Дорогие друзья, в прошлом году мы создали свою партию «Голая Россия», но, к сожалению, наше видео YouTube удалил с канала, объяснив это тем, что мы якобы засветили пипирку нашего юного избирателя. Но все мы понимаем, что это происки наших конкурентов, поэтому мы не собираемся останавливаться, и на предстоящих выборах губернатора я выдвигаю свою кандидатуру от нашей партии «Голая Россия» – Труслан Губернашев. Номер 23-25 в ваших бюллетенях. Погнали! Сейчас же скоро выборы опять будут. И наша партия «Голая Россия» называется. Вот. Собственно, вы уже являетесь членами, так сказать, нашей партии. Вы вообще как, политически активные люди? Ну, да нет, не особо так. Только вот в этих, в «Голой». Ну, «Голая Россия» импонирует вам эта партия? Конечно, конечно. Просто наш слоган «Быстрее, выше, длиннее». Длиннее обязательно. Точно? Да. Сейчас спросим у дамы. Быстрее, кстати, да. Во-первых, мы предлагаем не сбривать волосы. Конечно. Потому что нам важен каждый волос. Большой палец. Волосуйте за партию «Голая Россия». Волосуйте. Добрый день, молодые, а может быть и не очень люди. Мы к вам, можно мы немножечко вас помучаем, если что? Скоро выборы, вообще что-то слышали про это дело? Ну да, если. Губернатора, выборы губернатора. Я просто выдвинул свою кандидатуру от нашей партии «Голая Россия». Ну, отлично. Вот. Давайте мы немножко ознакомим вас с программой. Доступным женщинам доступное жилье. Как вы считаете? Вообще отлично. Супер. Нормально? Да. Супер. Смотрите, мы предлагаем запретить официально, вот прямо на законодательном уровне, собираться катышком в пупке. Ну, конечно, это же не санкционированный митинг считается. Что они там собираются? Да, какого фига? Предлагаем немножко расширить количество праздников в нашей стране и сделать еще вот эти дни, сделаем красными днями календаря, как вы считаете? Да. Не против? Будем праздновать, отдыхать, поднимать вам настроение. Супер вообще. Все, будете за нас голосовать? Конечно. «Голая Россия», обязательно большой палец. Вот так вот. «Голая Россия». Меня зовут Руслан Депуташев, вот, и у нас партия «Голая Россия». Слышали что-то про это? Какая Россия? «Голая», «Голая Россия». Почему вы не голые тогда? Как это вот? К вам нет доверия, если вы «Голая Россия», то вы должны быть голые. Уже, да? Уже, получается, на стадии выборов уже обманываем людей, получается. Конечно. Ну так получается, мы как и все. Получается так. Мы предлагаем, короче, вместо онкоцентра построить в Калининградской области огромную такую женскую грудь. Ну, а какая разница, что не достроится, да? Нет же разницы, по большому счету. Большую жопу. Так, смотрите, что еще предлагаем? Предлагаем официально запретить девушкам ходить на пляж в одежде, вообще в белье, чтобы они были максимально голые. Для чего? Для того, чтобы у мужчин сразу поднималось хозяйство в стране. Что это у вас партия сразу с запретов? Надо, наоборот, разрешить. Так мы же хотим поднимать хозяйство. Нет, а чтобы поднять хозяйство? Разрешать, а не запрещать. Разрешать. Смотрите, что тогда мы разрешаем? Разрешите нам уйти? Разрешаем. Спасибо. А можно я сейчас сделаю себя красивой? Давайте, конечно, конечно, обязательно. Скоро выборы же губернатора, что-то слышали наверняка. Конечно. Меня зовут Руслан, хотя у нас партия «Голая Россия», поэтому Труслан. Вот, я Труслан Губернашев. Мы хотим, чтобы вы голосовали за нас, поэтому мы готовы предъявить вам нашу программу. Доступным женщинам доступное жилье. Как считаете? Нормально? Ну, вообще, да, я считаю, нормально, потому что они трудятся на благо нашей страны. Конечно. Потому что благодаря таким девушкам поднимается хозяйство мужчин. А нам, мы за сельское хозяйство. И не только за сельское. И то, что точно вас будет касаться, судя по всему, предлагаем ввести налог на грудь. Большой? Больше третьего размера, это уже роскошь, поэтому нужно платить денежки в казну немножечко. А кому, мужу? Нет, нет, государству, конечно, нашей партии. А. Вы облагаетесь, получается, уже налогом? Ну, пока нет. Если я вас изберу, да, то вы мне будете... Лично вы меня будете избирать? Я не против, что вы меня избрали. А я бы налог на вашу грудь. Договорились. Честно говоря. А, еще была идея, что будет инфляцию, которую все не любят, заменить на депиляцию. Все будут бедные, но зато красивые и гладкие. Удобно? Удобно кому? Мужчинам? Удобно, если что, избегать вот эти все схемы, потому что уже скользкий такой, гладкий, хоп-хоп, и вышел из этой схемы финансовой. Мне нравится ваше предложение. Да. Вот, смотрите, мы предлагаем мужчинам запретить носить нижнее белье. А с какой целью? Для того, чтобы свободу в трусы заключенным. Что это они там заперты? Они же тоже... Мне кажется, мужчины уже давно придерживаются этой политики. Голосуйте за нас. Хорошо, трусарди или как? Труслан. Трусарди, это очень красиво звучит. Это уже я рыцарь был бы какого-нибудь королевства. «Голая Россия» партия. Что-то слышали про нее? Нет, но уже слышал. Уже слышишь? Уже... Вот без штанов. Смотрите, во-первых, у вас есть на теле где-то родинка?
Ну, потому что если нет родинки, то вы не патриот, потому что мы за родинку. Предлагаем собрание с избирателями проводить в сауне. Потому что, ну, где еще с депутатами можно встретиться? Ну, очень хорошая идея. Хорошая идея, неплохая, да? То есть и люди кайфанули, и проблемы решили, вопросики обкашляли. Конечно. Так, смотрите, что еще предлагаем? Налог на грудь для девушек. Правильно. Да? Это правильно. Больше третьего размера считается грудь уже роскошь. Надо платить за это. За роскошь надо платить. Конечно. Имеешь роскошь, плати. У вас какой, кстати? Вы по упрощенке проходите? Да, не попадая под налогообложение. Не попадаете. Да. Так, хорошо, смотрите, инфляцию предлагаем заменить депиляцией. Гораздо приятней, да? Ты пробовал? Нет. Слушай, это я сейчас спалился, получается? Спалился. Ну и, собственно, самая главная вообще глобальная задача – сделать из Калининградской области, из нашего региона, сделать особую экономическую зону бикини. Очень хорошая идея. Хорошая. Правильно. Что бы это ни значило. Большой палец обязательно. Голосуйте за голую Россию. Все. Все. Будем голосовать. Волосы только не сбривайте. Нам важен каждый волос. А как же быть здесь? Ой. Все. Ну только берегите. Буду беречь. Все, спасибо огромное. Ждем вас. Да. Где-то, когда-то ждем. Да. Я прошу прощения, можно мы на секундочку отнимем вашего времени, драгоценного, конечно. Мы уважаем всех жителей. Голос? Голос. Как я к вам? Голос. О, голос? Да. Отлично, отдайте его нам, пожалуйста, в предстоящих выборах. Я почему-то так одет, собственно. Да. У нас партия «Голая Россия» называется. Что-то слышали про нее? Нет. Вот смотрите, мы предлагаем принять поплавки в Конституцию. Вообще отлично. Нормально? Вообще. Чтобы светлые Итак. Были у всех плавочки, чтобы все веселились, отдыхали. Мы предлагаем ввести налог на грудь. Женскую. Так, ну, смотрите, когда ее нет или когда нет, она есть? Больше третьего размера считается уже роскошь. Налог на роскошь, да. Ну да, кстати, можно. Вот, ну вы по упрощенке проходите. Ну да, но да, я то не есть попадаю. Вы не будете облагаться Поэтому налогами. Я согласна, да. Видите, как бы все пока для вас подходит. Предлагаем девушкам вообще ходить максимально, в общем, голыми на пляж. Для чего? Нет, не надо. Для чего? Для того, чтобы у мужчин поднялось хозяйство в стране. Мы поднимаем хозяйство. Не думаю, что оно поднимется. Не поднимется, да? Да. Не верим в мужчин нашей страны. Нет, не все девушки за собой следят. Угу. И вот от этого может не получиться ваш план. Тогда, может быть, мы запретим мужчинам надевать нижнее белье? Ой, нет, не надо. Не как надо. Говорится, свободу в трусы заключенным. Можно мы прервем вашу партию, если вы не против? Своей партией. Выборы в губернатора, что-то знаете про это вообще, слышали? Слышали. Голая Россия партия. Слышали про такое что-нибудь? Голая Россия, смотрите. Меня зовут Труслан, фальсификашев я, вот, если что. Вот. Итак, смотрите, мы начнем, просто послушайте нас, если не захотите, будете голосовать, как и хотели, за ЛДПР. Начнем мы, знаете, с чего? С лозунга обязательно. Должен быть такой громкий слоган, смотрите. Быстрее, выше, длиннее. Как вам? Отлично. Нравится, да? Сам Вы подходите под этот лозунг? Вполне. Ну, типа выше имеется в виду. Да, конечно. Ага, все, это самое главное. Да, смотрите, по поводу женщин мы тоже не забыли. Слоган наш: доступным женщинам доступное жилье. Как считаете? Доступные мужчины, может быть. По поводу оппозиционеров мы тоже, разумеется, подумаем. Мы обязательно выдавим всех прыщей из оппозиции. Давай. Вот так вот. Голая Россия партия, как вам, нравится уже? Конечно, нравится. Мы предлагаем ввести налог на грудь. Больше третьего размера, это уже роскошь идет. Поэтому уже надо платить в казну денег. Ну, не, я не согласна. Не, у моей получается пятый. Бля, что такое? Ну, так придется. Бля, моя как раз хотела грудь меньше сделать. Ну да, вариант. У вас есть родинки, кстати, на теле где-то? Потому что без родинки, если нет родинки у человека, мы будем отправлять из страны, значит, не патриот. Мы же за родинку. За родинку мы. Нам важен каждый волос, поэтому не брейтесь, пожалуйста. Да, волосуйте за голую Россию. Во-первых, нам нужно... Конечно. Чтобы вас типа не узнали, да, никто и не будет смотреть на ваши глаза. Есть ощущение. Выбор же скоро, губернатора. Что-то слышали про это дело? Конечно. У нас партия классная, «Голая Россия» называется. «Голая Россия»? «Голая Россия». Да, «Голая Россия». Уже нравится название? Очень нравится. Уже как будто хочется пойти оставить свой голос. Раздеться, конечно. Раздеться, конечно. А вы уже в нашей партии? Вы сами этого не подозреваю, уже в нашей партии. С днем ТикТока. Не день ТикТока. Нашу программу немножко послушайте, пожалуйста. Может быть, за нас будете голосовать. Мы предлагаем вот эти дни сделать красными днями календаря. Красными днями вообще супер. Будем вас все поздравлять в этот день. Да? Ну как 8 марта. Только девушки вас поубивают, я да, думаю. Красные цветочки будем вам дарить. Любимая, я тебя поздравляю. На нахуй сковородой, блядь. Количество разводов увеличится после этого? Микрофон вообще супер. Да, подлиннее выбрали. Лозунг партии: быстрее, выше, длиннее. Да. Голая Россия. Голая Россия. Предлагаем заменить инфляцию депиляцией. Нормально? Вообще супер. Да. Поддерживаю. Все будут бедные, но зато гладкие.
женщин не останется, которые будут ненавидеть мужчин. Да. Они будут на вашей стороне. А вот мужчинам, кстати, мы предлагаем, наоборот, не бриться. Нам важен каждый волос. Волосуйте за голую Россию. А, волосуем. Да, будьте волосовать. Да. Будете волосовать? Хотим предложить ввести налог на грудь. Налог на грудь? Да. А больше третьего размера считается роскошь. Сука! Больное тело, да? Волосуйте за голую Россию. За голую жопу. Мы присядем немножко. Главное, чтобы мы потом не присели, после того, как уже будем у власти. Так, во-первых, мы сразу, знаете, с чего начнем? Начнем сразу, вот, кстати, правильно вы сделали. Мы начнем с того, что мы хотим ввести налог на грудь. Налог на грудь вводим. Больше третьего размера уже роскошь считается. Я против. Ну, придется платить, а что? Ну, блин, это роскошь уже, роскошь. Ну, я против. А мужчинам, как вы, кстати, считаете, нужно бриться? Конечно. А мы как раз-таки будем запрещать мужчинам бриться, потому что нашей партии важен каждый волос. Ну, вам-то важен, а он же будет колючий, когда будет мои волосы облизывать. А мы что это за такое? Подождите, у нас в программе не было, что мужчины должны облизывать. Вы же красивая избирательница. Конечно. При виде наших избирательниц у мужчин поднимется не только зарплата. И спать они будут на спинке. И голос. Голая Россия, номер 4, или как, сколько там? Ну, думаю, 7. А сколько, 7? 7. 5. Голая Россия, номер 5. В ваших бюллетенях. У нас новая партия. «Голая Россия» называется. О, как. Слышали про такую партию что-то? Нет. Вот я буду тоже баллотироваться в этом году на выборы губернатора. То есть хочу составить конкуренцию. Меня зовут Труслан Фальсификашев. Во-первых, самая главная наша такая позиция будет – это доступным женщинам доступное жилье. О, как. Нормально, как считаете? Да. Или не надо о них думать? Надо, пусть надо. Надо подумать? Угу, надо. Они же работают, так сказать, не покладая рук. Да, ног и рот. Да. Да, конечно. Да. Скоро выборы в губернаторов. А, да. Вот и не-не-не, я кандидат. Я, собственно, и хожу и ищу избирателей себе. А-а-а. Партия «Голая Россия». Слышали про такую что-нибудь? Нет. Нет. Я за вас пойду. Конечно. Мне это нравится. Меня зовут Труслан Избирашев. Я, собственно, мое имя, фамилия. Труслан Избирашек. Труслан. Труслан. Труслан или Руслан? Труслан. «Голая Россия» же. Руслан. Нововведение. Доступным женщинам доступное жилье. Правильно. Правильно? Правильно. Есть у вас среди знакомых, кому пригодится эта программа? Вот моя подруга Оля. Ну, кто квартиру ей дать? Ну, это же доступным женщинам. Она что, недоступная женщина? Еще какая доступная? Так, ну, мне нравится, что вам нравится наша программа. Идем дальше, нравится. Смотрите. Да. Мы будем выдавливать всех прыщей из оппозиции. Правильно. Так, как надо. Катышкам запретим собираться в пупке. Правильно. Несанкционировано же. Что это, не согласовывают с государством? Собираются там, это митинг считается, будем разгонять их. Правильно. Потом, смотрите, принимать будем не поправки в Конституцию, а поплавки в Конституцию. У нас же плавки у всех здесь. Плавки всем снять. Всем? Снять всем? Да. Мы предлагаем эти дни сделать праздниками. И поздравлять девушек. Красный Правильно. День календаря пусть будет. Красный день календаря. Правильно. Там уже сейчас умрут от смеха люди. Сейчас. И пускай умирают их проблемы. Конечно, согласен вообще. Мы думаем только по «Голой России», думаем о себе только. Да. Мы так искали красивых людей. Сейчас все слушают, думают. Нашли. Да, но придется общаться с вами. Я да. тебя вижу живую. Серьезно? Партия «Голая Россия» у нас называется. Отлично. Да, вот видите, вы практически уже в нашей партии. Так, во-первых, мы предлагаем, знаете, какую программу? Доступным женщинам доступное жилье. Да. Вам? Можно вам? Я готова быть доступной ради доступного жилья. Серьезно? Мы не забываем еще про внешнюю политику. У нас же еще и соседи рядом. Поэтому, как говорится, между Польшей и Литвой промежуток небольшой. Правильно? Очень жаль. Да. Мы предлагаем ввести налог на грудь. Я не согласна. Больше? Я вообще бесплатно. Вы проходите, да. Вы нормально. Вы кайфуете, вам ничего не надо будет платить. Я не буду платить. Мы хотим, чтобы вы были в нашей партии, потому что нам нужны бритые члены. Вам нужно больше не бриться, нельзя. Нашей партии важен каждый волос. Так у нас в партии вообще волосов тогда не будет. Будет волосов. Смотрите, держите. Волосуйте за «Голую Россию». Вот так вот. Вопрос такой, следующего плана. Значит... А куда мы дели букву «Р»? Я когда был маленький, у меня была очень бедная семья. А скажем «Голая Россия»? Скажем? «Голая Россия». «Голая Россия». Так, мы найдем вашу букву «Р». Я отдаю вам свою. Теперь я Услан. Мы почему на самом деле к вам подошли? Потому что вы очень красивые дамы, красивые девчонки, серьезно. И при виде наших избирательниц, а вы же наши избирательницы, при виде вас у мужчин поднимется не только зарплата.
И интеллект. И настроение. Сказать, да? Да. И подписчики. И интеллект, я сказала, кстати. Спасибо. Пока. Давайте, вот так, все. Вот так, шлепаем вот так вот. Белый снег, серый лед, на растреска сейчас земле, одеялом лоскутным на ней. Городы дорожные петли, а над городом плывут облака, закрывая небесный сей, а над городом желтый дым. Городы тысячи лет прожито под цветом звезды. Голая Россия, голая Россия. Красавец, кулачок. Уважаемые избиратели, вы все сами видели, поэтому выбор за вами. Голосуйте за голую Россию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не пропускайте наших выпусков. Пока.